Чтобы попасть на пресс-конференцию к израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху, трем иностранным журналисткам пришлось устроить стриптиз. Служба безопасности политика отвела их за ширму, потребовала раздеться и снять лифчики для того, чтобы просветить белье при помощи электронного сканера. Все это делалось в присутствии персонала. СМИ уже крестили скандал Брагейтом, дело бюстгальтеров. Но это не первый подобный случай. В январе беременную журналистку арабской телекомпании «Аль-Джазира» не пустили на прием с участием Нетаньяху из-за того, что она отказалась снять лифчик.